пробудись, Кыргызстан, Дурбожи, с тобою. Доброе утро всем, кто сейчас участвует в этой трансляции с нами. Да благословит вас Бог обильно и всю вашу семью во имя Господа Иисуса Христа. Сегодня вторник, 3 октября, и мы начнем сегодняшний день хорошо с молитвы Богу. Мы помолимся вместе и попросим, чтобы Бог нас благословил в этот день. Аминь? Давайте обратимся к Нему сейчас. Это момento молитвы. Давайте сейчас поговорим с нашим Господом. Мой Господь и мой Бог, во имя Иисуса Христа мы сейчас обращаемся к Тебе в молитве. Господь, новый день начинается, и мы, мой Господь, благодарим Тебя за дыхание жизни, мы благодарим Тебя за здоровье, за то, что мы смогли встать. Спасибо Тебе, мой Бог. Мы просим, благослови сегодняшний день. Господь, направь нас в этот день. Мы просим, потому что своей жизнью мы хотим прославлять Тебя, угождать Тебе, служить Тебе. Да будет исполнена в нашей жизни воля Твоя. Дай нам мудрость. Дай нам направление, дай нам силу. Мы отдаем, Господь, в Твои святые руки все наши планы на сегодняшний день. Все вопросы, которые нам нужно решить. Все, что нам нужно сделать. Мы все отдаем Тебе. И мы просим, чтобы Ты нам помог. Будь, мой Бог, с нами. И если Ты будешь с нами, то у нас все будет хорошо. Господь, поставь Твоих ангелов вокруг нас и защити, мой Бог, нас, нашу семью, наших друзей. Защити, мой Бог, нас от аварии, катастрофы, проклятия и от всего негативного. Мы отдаем, Господь, нашу жизнь Тебе и по вере провозглашаем. Сегодняшний день будет успешным и благословенным во имя Иисуса Христа. Мы молимся, Господь, также за нашу страну. Мы просим, благослови Кыргызстан. Благослови, мой Бог, нашу землю. Пусть наша страна будет развиваться, будет процветать для славы Твоей. Мы молимся за всех жителей нашей страны и просим, чтобы Ты защитил и благословил. Да будет спасение в нашей стране, Господь. Мы также молимся и за другие страны. Сейчас нами молятся люди из разных точек этого мира. Господь, мы просим во имя Иисуса Христа, чтобы Ты, мой Господь, защитил Твой народ во всем мире. Мы молимся за мир в Израиле, мы молимся за мир между Россией и Украиной, и все отдаем в Твои святые руки во имя Господа Иисуса. Дорогие друзья, помолитесь со мною сейчас. Отче наш, суще на небесах, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь. Слава Богу!
Дорогие друзья, я верю, что Бог услышал нашу молитву и что Он уже благословляет каждого из нас во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Я сейчас передам вам слово на сегодняшний день. Мы прочитаем книгу Бытие, 39 главу, 21 стих. В Слове Божьем написано вот так. «И Господь был с Иосифом, и простер к нему милость, и даровал ему благоволение в очах начальника темницы». Дорогие друзья, это то, как Бог действует в нашей жизни. Бог не защитил Иосифа от того, что, как сказать, от темницы, да? От людей, которые хотели посадить его. Нет, Бог защитил его там, потому что у него был план для Иосифа. Что я имею в виду? Не бойтесь того, что происходит в вашей жизни. Возможно, Бог позволил, чтобы какая-то ситуация у вас появилась, потому что Он хочет через эту ситуацию поднимать вас, через эту ситуацию открыть вам двери и благословить вас. Вам нужно поступать, как Иосиф. Он доверился Господу. Даже тогда, когда братья его продали его, когда все оставили его, он продолжал верить и уповать на Бога. И что Бог сделал? Бог позаботился о нем. Я уверен в том, что это произойдет с вами. Если вы слушаете меня сейчас и проходите через проблемы, возможно, вы даже не понимаете то, что происходит в вашей жизни. Я скажу вам, не бойтесь. Все это не на зло, на добро. Бог поможет вам. Через эту ситуацию ваша жизнь прославит Господа. Вы верите в это? Это Слово Божье для нас на сегодняшний день. Каждый день мы начинаем хорошо с молитвы Богу в 6 утра. По бишкекскому времени вы можете присоединяться к нам. Если это слово помогло вам, ставьте лайк, отправьте эту молитву вашим друзьям. Напишите в комментариях, откуда вы молитесь нам, с какого города, с какой страны. И в ваш комментарий добавьте вот эту фразу. Через эту ситуацию моя жизнь прославит Бога. И я верю, что все на добро в моей жизни. Аминь? Да будет так. Дорогие друзья, я напоминаю вам, что сегодня в 18:30 онлайн-служение за восстановление здоровья. И вы можете присоединяться к нам в этой молитве. Хорошо? Пусть Бог вас благословит обильно, всю вашу семью во имя Иисуса Христа. Идем вперед, дорогие друзья. Бог с нами. Хорошего вам дня. С Богом! Господь мой, преклони Твое лицо. Thank you.